Всем привет! Расписание электричек Ярославского направления изменится 24-25 сентября. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас расскажу подробнее. Расписание движения электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменится 24-25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК». Изменения связаны с проведением путевых работ на перегоне Москва-Лосино-Островская с 22:00 до 6 утра. Электрички, следующие по направлению из области в Москву, не будут делать остановки в пунктах Лось, Перловская и Танинская. Для того, чтобы от этих станций доехать до Москвы, можно проехать до станции Мытищи и пересесть на электричку в сторону Ярославского вокзала. Из области до станции Лось, Перловская, Танинская можно добраться, проехав до станции Лосино-Островская и пересев на поезд, идущий в область. Для проезда достаточно билета или абонемента от и до остановочных пунктов Лось, Перловская и Танинская. В пресс-службе сообщают, что некоторые поезда вообще выведены из расписания. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!